Короче, я совсем сумасшедший билд сделал. У меня, короче, есть удар. У меня есть смертельный удар и есть кровожадность, короче. Смертельный удар и кровожадность? А это в какой ветке? Фурики, что ли? Да. Смертельный и кровожадность. А как ты это смертельный-то сделал там? А, нифига себе, а нафига? А, так погоди, а где он до какого-то доходит-то? Короче, смертельный, 40, смертельный. А, нифига себе, ты. Тут сумасшедший. Тут получается есть рывок. В бою юзается. Есть неумолимая атака. Срезает хил на 50%. А чё за неумолимая атака? Чё-то я не... Там же этот, ветки... Нет, не в защите. Этот, блядь. Даже... Сбивает касс постоянно. Удар щитом же. Он же тоже сбивает. А неуловимая атака, чё за скилл-то? Я чё-то не знаю. У тебя же зуботычный есть. Это талант, который снижает КД реванша и превосходство на 4 секунды. Увеличивает урон от обеих способностей на 20%. Если способность превосходства наносит урон персонажу, читающему заклинание, то сила заклинаний снижается на 50% на 6 секунд. Блин, кони, пожалуйста, мне. Ну, пока не могу. Я вот не могу еще все использовать скиллы, то есть не успеваю. Ну, сначала кидаешь либо кровопускание, либо подрезать сухожилие, потом второе, либо то, либо то. Потом смертельный. Зависит так от того. Если ты армс. Но я всегда этот делился меньше. Потом уже это. Я не знал, что ты тоже варом ПВП. Да я всех трех ветках ПВП шел варом. Протоваром, фурика, нарпса. Вот теперь сделал среднее опять. Че пизды получать буду? Ебать, видос записывай. Извращение напиши. Угу. Лизни Тотем тут пишет чешку, одевай чешку, блядь. Со скорпионом бегаю. Сейчас альянс. Низина, короче. Все, короче. Я кого-то Урика увидел. Он двумя ринторелем бегал. Он тоже неплохо так убивает. Ну, из синобов каких-то туда. А она. Нет, он в ПВП. А он что, это принтрой постоянно там хилит с, это своего владельца? Или периодически? А, Славик. Я рогу бью. Вообще никогда не мог убить. Неубиваемый какой-то. Своими станами, блин, меня бесит. Я не могу из станов выйти. Постоянно убивает. Оказывается, дразнящий удар тоже хорошо дамажит. Че, убил? Да не бегут от меня, блядь. Мутант какой-то, а не фурик там, блядь. Хотят связываться. Посмотрел рога такого, ёбывает, шипы, посмотрел, тоже съебался. Может, они в ПВЕ? А, они на ферму пошли, сейчас я ферму буду забирать. Мне нужна цель.
Нет. Что-то не слабые какие-то. А ты как это? Ты видишь, да, что противник кастует? Тебя показывает? Ой, не знаю. Точно не скажу. Так, тут штук 5, как минимум. Я не могу атаковать эту цель. Так, надо пить. У меня нет цели. Счетик боя. Песенки текст. Что? Показывают для цели других игроков, что ли? Это? Кто показывал каст? Блин, ну ты скажи. Блять, да я бью тут, ебаный стыд, не буду ничего. Не, я не тебе, говорю, а он оборванец же говорит. Блин, такое удовольствие получилось. Дайте я все включил там. Меня все равно не показывают. Что-то какой-то дом, значит. Все кончилось бы. Как сформулировать правильно это вопрос-то? А ты где находишься? Пошли в этот хиджал, выпрашиваемся. Мне жал. Ну я хоть скиллы вспомнил. Так, а хиджал. За пределье, что ли? Хиджал это в клоаку заходишь, там портал есть. На полу такой. А, в Долоране что ли? А, это. Ну да, ранее. А, порт такой. Ну, понял. Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность.
Я так психовал, блин, так психовал, я уже, я не знаю, мне не получалось все поражать. Я в теории это все просто, а на практике. Отображать полоску заклинания. Где она? Дать мой всплывающий текст боя и все. Интерфейс рамки портретов, да? Ну что, отображать портретов на арене. Да, все. Пол, я на. Я пока не могу использовать эту способность. А, это ну. Так, ладно. А ты где сам есть? Я подвижу. Не могу использовать эту способность. Неподходящая цель. Где ты? Пришел в хиджал? Чего ты, у тебя 6 ГС? Ага. Ого! Ты что, сам это заработал, вот этот грудак? Да, ну это давно еще, в 13-м что ли. Ничего ты мощный. Да не, играть не умею ни хера. С Хулипавом играл, он все тащил. Давай просто подвелимся. Давай. Да я, блядь, сука, теряюсь. Блядь, сейчас. Ну так меня любой может уже сделать. Сейчас. Подожди, сейчас я отключу там траву эту гребаную. Я просто варов очень хорошо знаю. Тут единственный вар, который меня убивал. Ну тут много варов могут меня убить, там адская какой-то был, вот он, блять, вот в армсе, он, короче, протовары, армса моего убивал. Тупо он кайтит, короче. Он смотрит вот эту хуйню, вот видишь, я бегаю от тебя, а ты не можешь меня ударить. Угу. Кайтит вот так. Почему я тебя не могу ударить, если ты так бегаешь? Ну, я тебя не могу ударить, если ты на расстоянии каком-то большом. Блин, да как так можно? Надо потиковаться больше. Не все равно того пока. Thank you.
как ты Рогу убил? Никак, вот пока не могу. Ну что, он меня сейчас бить будет? Заебал. Чё я тут? Чё, он убил тебя, что ли? Как он скучно. Нулевой. Неподходящая цель. Я за Рогу тоже играл. Тоже умею. Сколько там станов у него? Штуки 4, наверное. Там... Один, короче, 20 секунд, что ли, КД, и он набивается с комбо-поинтов. Один с невидимости, 4 секунды. КД 4 секунды? Стан 4 секунды. Нифига. Не, Рога это для дуэли самое то. Она БГ пизды получила. Я не могу атаковать эту цель. Ну как, блядь, и не успевает. О, убил. Да я тупо атаковал и раз пять переключался в стойку. Так я надо. Теряюсь, видишь, когда волнуюсь сильно. У Вара не должно быть никакого волнения, просто ярость, просто бей. Вот. Вот, капец, а как ты захилился на фул-то? Я не знаю, ну-ка посмотрим. 53 тысячи. Че он выпендривает этот Рогу? Песи такие. Короче, 27 тысяч мания крови, 129 тиков. Это крит, когда по мне проходит, хил проходит. Второе дыхание 15 тысяч, 10 тысяч безудержное восстановление, кровожадность 1800. Один раз. А сколько? Слушай, посоветую, как это, сколько мне рез это надо? У меня 826, это нормально? Ну нормально, ну там около косаря, как бы стандарт. А ботинки какие у тебя? Обычные ботинки. Угу. Там по-разному можно, это не особо не влияет особо. Что там надо? Ну влияет скиллы же, да?
Ну влияет, я не знаю, ну реакция тут все. Это ту предугадываешь, там, не знаю. Влияет, кто первый рывок делает. Ну я в рывок вообще постоянно не успеваю делать то что-то. Ну давай сейчас ты сделай. Капец просто. А как я так на фул отхилился-то? А, ну в конце это обнуляется, когда отхиливаешься. Ну капец. Блин, как кругу-то вообще сложно бить, да, в дуэли? Да не принимай этого дурака, он дурак. Он только умеет. Он только умеет за руку кнопки зайти. Давай еще раз попробуем. Опыт получу какой-нибудь. Кровотечение сбило, видишь? Я тупо не могу, блин. Что-то все попало, жму. Видишь, чем фишка? Вот когда с варом бьешься. Самое важное, чтобы он тебя не катил, как я вот сейчас. Тебе нужно, чтобы... Ну, ты сделал первый рывок. Ты должен... Че должен? Ну, замедлить первый твой удар, когда ты подходишь ко мне, должен быть... Этот подрезать сухожилия должен быть. Сейчас СДК попробую, не знаю как с ним. Я не могу атаковать эту цель. Я пока не могу использовать эту способность. Что-то он какой-то самое. Зачем он прожал щит? Он же от магии защищает, а не от физ урона. А, он дает там руну, силу рун вроде как.
Так это с возмездием ты убил. Этот вроде должен шарить. Богося. О, а чё у него моток? Это смертельный удар? Нет, не видно. А ты горгуль бил, что ли? Угу. Получается, по горгуле 10 тысяч. И не надо бить это. Я в гайдах смотрел то, что ее только ферить и все. Даже суккубы даже нельзя ни в коем случае бить нельзя. Так лока. Перед боем сразу фир даешь и мочишь лока. Также и ДК тоже. Да, в основном бывает. Сейчас попробую горгулю не бить. Ну и фири там еще. Неподходящая цель. Успеть мочить. А, фир. Ну-ка, 5 чувак, 5 касс чувак, блин, столько времени продерживался. Секунда 3 я, наверное, продержался, а это... 30, наверное. Я не могу атаковать эту цель. Надо... Пули нету. Че?
5000, давай. 5000, 4, 3. Ну и он магии добивает. А ты дразнящим мастерским владением оружия вот это бьешь этим дразнящим ударом? Нет. Зачем он вообще вкачан-то? Ну это для танков вообще скилл. Это типа таунт. Или какой-то на 50%, который снижает этот таунт. Наложенных на вас эффектов обнаружены. Мастерский вот. Снижает. А чё он на него? Как он убивает так? Мощный, что ли? Ну как магией бьет. Че это стаб дал вас какой-то? Я не могу атаковать эту цель. Че, я убил его? Офигеть, как долго. Надо поменять. Нифига на фул откинь. А, ты... На этого чё он опять как бился? Он их жизнь. Слушай, а чё там мне очки чести надо заслужить? Очки это арены надо заслужить, чтобы такой крутой, как да. У тебя выбили. Ну-ка давай, посмотри, как про товар бьется. Про товар я получше привык. Там тем более не дар. Он гений. О, офигренеть, ну... Вообще капец, ну как у меня так не получается, блядь? Нихуя не получается. Про товар это такая штука, которую лучше не бить, потому что если ты меня бьешь, и мне реванш прокает сразу. Ну а как так-то мне это... А как ты реванш пользуешься? Ну вот
ты ударил, я уклонился, спарировал, либо сблокировал, у меня сразу прокает реванш, а он меня бьет и 8000, блядь. Протовара только кайтить, кидать кровотечение, отбегать. То есть у протовара нет возможности кинуть и подрезать сухожилие, только стойку свищить, но протовары обычно так не делают. А как ты меня тогда застанешь, что я даже медальоном орды не смог с тринкой? Да, ну это не знаю, может ее до этого нажал. Может второй стан был. Блин, перезагрузка. Гарга, кстати, по 2000 бьет, так что можно, наверное, хотя на сколько, 30 секунд? У нее КД. Да. Давай еще раз. На ютубе чувака видел, тот же. Сам, он говорит, самый лучший я. Вовки. Ну, дуэлянт из сервера. На сервере прятки. Говорит то, что мой ник подделывает, то, что такой похожий ник, передайте, что они козлы. И показывает, короче, он это, портуется, он до Алика играет. Портуется в этот, в Агримар, и там убивает, кто попохож, ну, кто подходит к нему. Потом на БГ всех рвет там. Ну, просто, этот, а, нет, там не на БГ, а там арена. Короче, 2 на 2 было. Ну, один, короче, хил что-то афкашит, и он в одного всех убивает двоих, прям так. Остается у него 15 хитпоинтов, и он назад отходит, килится как-то там, и снова убивает, значит. Показывает то, что, короче, рассказывает, ну, как это бить, какого класса, как надо его. И говорит, самый худший противник, это протовар. И показывает в конце боя там, ПВП, это протовар, это против протовара, и они там минуты 4 или 3 бились, нафиг, ну, один поле на хардкоре видит.